Чиновников научат бережливости. В Тюменской области откроется фабрика офисных процессов. Занятия будут вести тренеры регионального центра компетенций. Мы себе ставим задачу, чтобы не менее 1000 человек прошли вот эти методы обучения бережливым производством. Ведь это фактически вообще изменение принципов работы. Да, многие могут сказать, ну что можно поменять в своей работе там, офисных процессов. Но ведь очень важно, как у тебя бумаги лежат на столе, чтобы тюменские предприятия и наши чиновники и государственных и муниципальных органов власти обладали этими инструментами и повышали эффективность своей работы. Это одно из новшеств в нацпроекте «Производительность труда». 3 года подряд бережливое производство осваивали коллективы предприятий разных отраслей в Тюменской области. В наступившем году для этих участников кураторы подготовили дополнительные мероприятия. Учиться теперь будут, посещая показательные заводы по всей стране. Один из претендентов, куда мы повезем, это завод «МиГ». Завод по производству боевой авиации. Это завод «Октябрьский Пакер» по производству нефтегазового оборудования. В первую очередь это как раз и нужно для того, чтобы наши заводчане посмотрели, а как еще бывает на других заводах.